Число мирных жителей Украины, погибших в результате идущих здесь боевых действий, может быть на несколько тысяч больше официально объявленного – 3380. Об этом заявляют сотрудники ООН, которые занимаются сбором соответствующих данных. По их подсчетам, более 3000 гражданских были ранены. Остается неизвестным, сколько мирных жителей погибло в Мариуполе, где больше двух месяцев шли бои. Но тем временем работники ООН собирают сведения в других городах. У нас есть сведения, что в Буче и других населенных пунктах к северу от Киева, которые были оккупированы российскими войсками, жертвами бессудных убийств стали 300 мужчин, женщин и детей. К сожалению, эти цифры продолжат расти по мере того, как мы будем посещать новые районы. Зона сражений продолжает смещаться, и в стране растет число беженцев. По ряду оценок, 8 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами. Это на 24% больше, чем в марте, когда был опубликован последний доклад Международной организации по миграции. Всемирная организация здравоохранения призвала выделить 150 миллионов долларов в специальный фонд срочной помощи для Украины. Эти средства помогут обеспечить доступ к основным медицинским услугам, включая травматологическую помощь 6 миллионам человек. Более всего Украина нуждается сейчас в мире. Поэтому мы вновь призываем Российскую Федерацию остановить эту войну.